Приветствую всех! У нас завершилась очередная благотворительная лотерея, где призом станет вот такое вот замечательное украшение – колье «Безупречность» на каждый день и праздники. Украшение черно-белого цвета подойдет для любого наряда и станет изюминкой вашего образа. Участие в данной лотерее я выкладывала в группах, в Одноклассниках и на Фейсбуке. Также в группах был пост о завершении лотереи, где перечислены были все участники лотереи и сколько билетиков было приобретено ими. Выкуплено всего было 80 билетиков, и сегодня с помощью генератора случайных чисел мы узнаем, кто станет победителем. Все средства, собранные в данной лотерее, пойдут на высокотехнологическую и жизненно необходимую мне операцию по удалению мочевого пузыря и пластика нового пузыря из кишки с сохранением детородных органов. С помощью таких вот благотворительных лотерей я также пытаюсь собрать на такую вот дорогостоящую мне операцию. Хочу сказать, что я пытаюсь своими силами собрать средства, так как ни одна организация, ни фонды мне не помогают. И наше государство, к сожалению, тоже никак в этом не участвует. Так что своими силами и с вашей поддержкой я пытаюсь таким вот образом насобирать на операцию. Да, это очень медленно, но потихоньку мы продвигаемся. Хочу всех поблагодарить за участие в лотерее, а также тех, кто не участвовал, а безвозмездно, просто так, по своему желанию, помогал, поддерживал. Для меня это просто бесценно, и без вашей помощи мне просто не обойтись. Спасибо вам за это. А сейчас мы переходим к генератору случайных чисел и узнаем, кто станет победителем. Перешла на сайт генератора случайных чисел. У нас выкуплено 80 билетиков, и поэтому диапазон я выбираю от 1 до 80 включительно. И нажимаю «Сгенерировать числа». И выпадает у нас билетик номер 50. Перехожу на Facebook, где есть перечень участников, и смотрим, кто стал счастливчиком. 39.50 выкуплено билетиков Еленой Мельник. Леночка, поздравляю тебя с выигрышем. Это замечательное украшение отправляется тебе. Спасибо за участие, спасибо за поддержку. И пусть это украшение станет не только прекрасным нарядом и дополнением к твоему ежедневному образу, либо образу на празднике, а также напоминанием о твоих хороших делах, что ты помогла такому вот человечку, как мне. Еще раз благодарю всех за участие в данной лотерее и хочу сообщить, что на днях стартует уже другая новая лотерея, где призом будет вот такой вот замечательный витражный декор Тиффани. Но об этом я расскажу уже позже в своих постах в группах в Фейсбуке и в Одноклассниках и также отдельно сниму про это видео. Ссылки все оставлю я в описании под видео, так что заходите в группу, ознакомьтесь с информацией и принимайте участие в лотереях. А также у кого есть возможность просто помочь так безвозмездно, буду вам очень благодарна. Также делитесь информацией с друзьями, знакомыми обо мне. И чем больше будет желающих как-то мне помочь, даже незначительной какой-то суммой, тем больше у меня будет шансов быстрее прооперироваться и стать полноценным человеком, возможно, даже полностью здоровым, насколько это возможно, я не знаю, но я очень надеюсь, и я как бы очень хочу жить и жить полноценной жизнью, ведь жизнь настолько прекрасна. Всем любви, счастья, добра, тепла. Будьте добрее друг друга, любите друг друга, радуйтесь жизни. Крепкого вам здоровья и благополучия. До новых встреч. Пока-пока.